Всем привет, дорогие друзья! С вами Малефик и... Так... Хотел повыпендриваться, хотел в обратку и пульнуть, а в итоге... Сам коньки отбросил. Так... Факелы факелами... Дичь какая! Это было, наверное, от снаряда. Опять весь корчит. Он топот, расход энергии. Угу. Это у нас чисто опыт, да? Блин, это потихонечку. Так, тут еще какая-то еще ячейка. Опасно. Оп. Ай. Не получится. Дальше, ребята, уже нифига не. Вообще. А нифига себе, в обратку сейчас запульну. Спускаюсь, так, мне кажется.
Вот оно что, друзья. Так. Погнали. Погнали. А, нифига, блин, внизу. Это что-то жесть. Лайк, дизлайк, если не понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение и много чего другого. Интересного. Я живой. Вот так. Всем из хорошего настроения и до новых встреч, друзья. Пока. Тихо. Хотя да. Ползи, зараза. У нас тут есть жабка, да? Жабку убиваем. Так, тут еще гадость, блин, плюется. Связь, ну давай. Ну, плюй. А почему не зажглось? Нифига себе залез.
Thank you.
Thank you.
Kihaza, I call.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
what I did. I mean, this is a long way of saying yes, we did recognize Blazer did save the day for Spaz on ASP.NET Core. Yes, and then Steve Sanderson came and revolutionized the world. Blew our brains away. Well, you know, it is interesting. You know, you can still do it. There are plenty of people. That...
Helping her with C++ is like, oh man, this is painful. And then I like get